Сегодня 9 декабря. Вот сидят риполовы на ольхе, стайка. Для Урала как бы такое позднее, так поздно риполовы не задерживались у нас на Урале. В этом году очень мягкая зима. Сейчас плюс один. Снега мало очень, и то он тает. Погода стоит, как в апреле месяце. Я шел мимо с ловли и просто не поверил своим ушам. Думаю, где риполовы кричат? Они, кажется, вон сидят на ольхе, кормятся, видимо, семенами ольхи. Со смартфона, конечно, их не видно. Позывку слышно. Вон они, полетели. По позывке слышно. Это риполовы. 3, 6, 9, 10, 11. Где-то 12 штук. 12 птиц. Обычно риполовы у нас улетают уже к концу октября. Они уже не встречаются.